сначала. Всем привет! Это Ми-Ми. Это мистер Лололо. Я думал, что у тебя звук игры будет на видео. У тебя будет, знаешь, картинка без звука. Ставь вид. Качество вид. Вид зашакалили. Ща, подожди. Нормально сделай. Да ща. За ей это шло, кстати. Телекомпания «Плохой внешний вид», канал «ШРС» презентует видео на 10 подписчиков. Или на 20, сколько у тех? Это все, кстати, наверное, иностранцы, они не поймут. Олень. Просто Зоя, олень. Отличный выстрел. Оружие ближнего боя срал, таблетки срал. Хочешь, тебе бензопил отдам? Жакей. Эй, тут аэрованы, пошли. Опа. Беру коктейль молотова. Чё я нашёл? Фрэнсис! Вот дрянь! Смотрите! Здесь как два коктейля молотого, ребята. Ребята, два коктейля. Будете брать? Фрэнсис, направо. Охотник впереди ним. О, чёрт! Вы будете коктейль молотова? Бля, там курило. Госпиталь находится по красной ветке на север. Да. Вот. Да нет! Фрэнсис, дьявол! Блять, вы, сука, выйдете оттуда, нет? Здесь есть коктейль, идемте, пора! Я сейчас тебя брошу. Граната! Я взял коктейль, пацаны. Так, кто в меня с дробовика шуганул? Я. Понял. Но не в тебя открыли. Неважно. У меня было зеленое хп. Так, шишка, давай это, не записывай этот момент. Спасибо. Я был зеленый. Так слил. Я в нас, да? Бля, вообще через турникет не мог пройти просто, пацаны. Ну теперь уж точно не пройдет. Таблетки возьмите. Вот таблетки. Дробовик есть. Вот таблетки. О, дробь нормальная. Беру пулемет. Здесь не боится. Стрима. Не свети. Дьявол! Теперь им нас не остановить! Опа! Тут пулемет молотого есть. Проходим. Еще раз меня выстрелишь, я тебя зарежу. Я не убежу, умираю. Бомба и дерьмо. Ну как, готовы? А вы стрелять будете? Я ранен! Помогите мне! Он умер. Да, я... Вставай, иди. О, помогите! О? Я уже не думал, что увижу тебя живым. Все это совсем не здорово. Спасибо. Черт. Где ты молчишь? Не хотелось бы поговорить. Все равно не умер. Вместе мы
Все понятно, дед на запись, короче, это понятно, сливается. Так, не растягивай. Денип. Спереди. Да, он спереди. Чего? Иисус, оружие в меня. Нип, ты куда смотался? Я думал, ты жопу прикроешь мою. Нет. Да я уже понял, что нет, спасибо. Да, московское метро, да? Боюсь, я не справлюсь. Бомба есть, письмуть надо. Что за чёрт? Хватит стрелять в меня! Ну, гранат, как-то нифига не будет. Ух ты, блядь. Заблевали? Назад, назад. Граната, ложись! Ах, а, ты чё? До одного, нормально! Нахрен ты её кинул? Кто уже коктейль полетел? Что-то всё это не сделал! Просто урлей! Мы быстро за это коктейль кидали! Мочи дым сюда! Так ты тоже не сказал, что ты грант кидаешь? Так... Ты чё умничаешь? Короче, предлагаю расстрелять казак. Что? За поднятие морали. Стрелял. Казак, ты просто идиот. Пойдем, да? Спасибо. Вот. Спасибо. Чем мне сюда шприц? В жопу себе за воткнуть? Че? Ну какой я воткну себе? Патроны берите. Тут патроны. Зажигалки. Ну, глупай, ты не думал. Я истекаю кровью. Поставить, давай поставлю. Ведьма рядом очень аккуратно. Вырубаем. Патроны берите особые. На лестнице. Зажигать? Да. Оружие! Это точно! Не видно. Она либо снизу, либо... Между снизу. Первым и вторым, короче. Будем, да, вижу, она слева от выхода. У меня 3 хп. Ты ведьма, я не понимаю. Да вот она слева от выхода. Все, вижу, плачу. Все, тут убираемся, да? Они снизу полезут, что еще? Есть где-нибудь этот, может быть? Были! Болик есть. Здесь оружие! А там... Это много уже. Понял. Я вынужден сказать, оборону мы построили как говно. Запускает раньше времени. Ну. Не надо было место гулять и тратить мою драгоценное КП. Не надо было. Не надо меня было убивать. Да у меня тоже серый экран. Кажется, я скоро откину копыта. Ты вот сиськи.
меня кое-что для тебя есть. Благодарю. Вот патроны. Может, тут что есть? Если я сдохну, не дайте этим тварям меня сожрать. Это есть. Вам, ребята, наверное, я его поджег на этом мой макс. Где он? На улице. Его не подожгли. А, не. Потому что дождь. Не кидайте молики, там дождь. Он забирается. Блять, он ко мне забирается. Такого не было, то что типа весь дождь. Беги. Дыня, нет. Так он замолк. Я точно долго не продержусь. Давай, иди. О, я понял. Он на меня камень сейчас запустит. Все, ладно. Нет. Все живы? Да. Если на состоянии можно назвать живым. Давайте поищем. Подумай, раз попасть. Не знаю, смогу ли я выдержать. Ну до да, конца. Да. Ищем бы тут вообще. Тебя больше шли, вообще спичкой сжигал там. Ну и так с ним бы меня. Где, ребят? Ну, на первом этаже. Знаете, что я нашел? Я уже держусь. Еле-еле. Я на улице. Атака. Атака. Я внутри забегаю. Мне... У меня прям атака! Это курильщик. Осторожно! Блять, курят, пидорасы. На улице. Я пытаюсь к тебе, Дэнни, подойти, потерпеть. Вот огонь мы не можем. Какой гранатомет, какой аутист его взял? Не, не стреляй, ты дебил! Сейчас здесь будет настоящий ад! Ты не умер, да? Мне бы совсем не помешал, доктор. Слева. Курильщик! Перезаряжаю! Если бы хуйню не молились вначале, может быть, здоровье больше будет. Если бы еще на первой мапе Ник не застрелил бы меня, у нас были бы еще бонусные таблетки. Отлично! Вижу дом, там. Сигналка обратно. Нам надо сплотиться! Где расплющили? Сплотиться. Я иду. Я бегу, ребят. Закрой дверь, закрой дверь. Дьявол! Дьявол. Заходишь, что там лежит женщина, и такой дьявол. Дьявол. Передо мной просто дверь расплющили. А ты чё, шишка не выворачивался? Ага. Он не идёт ни влево, ни вправо. Он не идёт ни влево, ни вправо. Наконец-то у меня серый кран уберётся. Ой, ну и Рачель, конечно. Ты за ней теперь. Теперь уже за ней. Да нет, ты Рачель всё равно. Ой, это Рачель. Зато весело играть. Ну да, весело. Очко, правда, говорит то, что ты... Я убил Громилу, и ты потом начал продолжил стрелять, классно. Так я тоже стрелял по ним, чтобы убить его. Ну да, именно поэтому ты меня убил.
Прайкон бездействует. Да здесь, блядь. Ставить. Телекомпания Лид. Представляю. И вот этот смех. Годится! Ягодится! Да, бэби, да! Хорошо! Ты точно не идешь никакой фильм здесь не снимаешь? Оу, да! Билл! Билл! Ну и дерьмо! Фрэнсис, да, меня устраивает? Дьявол, Билл! Никогда! Дьявол, Билл! Что ты не делаешь? О, с аптечками, ребят, тут с аптечками. А что, все готовы, да? Бля, я давно. Ко мне идите. Я не знаю. Вот этот есть. Так, очень много, да, наверное. Ну, короче, это рвот, таблетки, берите, что хотите. Потом. Жека, сзади. Справа. Почему он там есть? Меня ранило! Где все команды? Я не знаю, где наша команда. Да не, возьми молот. Большая часть этой калории не моя. Вставай в бой. Короче, понятно, они там друг друга молот не трогают. Но все равно. Спасибо. Вот дрянь. Там... Ну вы, конечно, да, там пипа лежит. А у всех мне есть, я понял. Мне держись. Ай, ладно, будет тебя. Я твой должник. Тасак впереди. Может, прорутики от нами сделать? Ща нашумим, пацаны. А вот где все? Впереди. Миса впереди. Берем. Я слышу. Мне играть. Что ты со мной сделал? Да все понятно, короче, казак. Пожалуйста, не стреляйте в этой, блядь. По казакану. Вот этой, да, которая справа? Есть. А если танк брошу? Ой, а молот, точнее, брошу. Отлично! Ведьма слева плачет около контейнера. Столько, да, всего валяется, никто не берет. Да, действительно. Да. Денип. Как залезть? Как казак. А, я знаю, как залезть. Там шприц пропустил. Не мой день. Да мне насрать. Сейчас давай, пройди мимо бензоколонки. Я тебя кикну. Все к лифту. Таблетки есть. Где, закинься таблетки. Возьми это. Спасибо. Лечусь, прикройте. Бил, дьявол! А, вот уже это видите? Вот, ага, летает. Малыш, хорошо! Нет, это твой казахский сверхинтернет-хост. А вот, блядь, летает, вот. Ты где летает? Смотрите, наверх. Вон. Блин, Дыня, он тебе точно таблетки нормальные дал? Не буду у тебя что-то с головой им, давай наверх. Вот летает! Вот и сюда. Нету там никого, хватит принимать то, что принимаешь. А, реально? Реально? У меня летает. Враги! Вон же кип. Они мне по воздуху водят, какого фига? Да у тебя пин. Не знаю, Microsoft вот, не знаю, отстань. А чешишка ракетка. Там же кровать. Ведьма, ведьма рычит. Пойдем. Спасибо, Ник. Спасибо. Спасибо, Ник. Спасибо. Я бы шишку взял. Я скинул, если что, шишки сзади. Не лечи меня. Ай, так. Я тебя пристрелю, честное слово, сейчас еще раз. Ведьма рычит аккуратно. Ребята. Дыня, уйди оттуда, она на тебя рычит. Где она? Лежит. Она просто под тобой. Граната! Я
О, Шишка, ты попал! Минус заправка. Шишка, хорошее попадание. Беги, беги! Беги! Бей брыщик. Это на меня уже. Я внизу держу. Ты ж так. Что ж, меня стреляй. Что-то все это не здорово. Вот патроны. Пидорас, блядь. Ооо. Сверху, да? Перезаряжаю! И что нам делать? А, ладно, 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 я знаю, что делать. А, вниз понял. Надо спускаться, и там... Ой, блядь. Нет, ты там кетчуп не вытекай сильно. По-уебански как-то всё, да? Молот! Да, это из-за казах. О, чёрт, я окончательно расклеился. Ещё тут можно снизу подняться. Тут есть коктейль молотого, ребята. Думал, что с тобой все в порядке. Готовы поясниться. Спасибо. Мне плохо. Таблетка есть. Вот таблетки. Идите за мной. Как же хреново. Пиздец. Нака. На Нака. Извините, как спасти. Ребят, кому надо, пока. Тут лежит. Я возьму. Вот. Так, с ней надо это узнать. Выключи свой фонарь. Так, кажется, домой. Громила, аккуратно. Шишка! Я ранен! Так, ребят, сзади курить. Ага, спасибо. Окей, а где стук? Блять, да чё, вот шо? Большое спасибо. Всё. Ты не спал. Вот не сижу. Я тебя мог полечить, что мог. Пока не надо еще. Взгляните-ка, вот там шипитель. Идём, идём, идём! Ой, кажется, меня сейчас тошнит. Слышка, ты работаешь? Да, ну почти. Это точно! Я уже держусь! О, получается, работает. Еле-еле. Дигл. Коктейль молотого и дубина. Благодарю. Не забывай. Блядь! Охотник. Бля, там еще их двое. Горящий понос. Нет. Фэнзи, я помогу. О, сука! Вставай на ноги, Луис. Серый, выкладывать на меня. Серый? Так, я точно. Иди сюда, серый. Не продержусь. Серый. Пацаны, я, короче, этого интернет выкладывать не буду, это ужас просто. Все, не держись. Поможет. А так наоборот выкладывай, но это предпиши, типа, это. Алерт, ретард. Или что-нибудь пиши. О, ретард, да. Что ты такой живущий, да? Стоять! А я тут можно взорвать, нет? Нет. Так. Тут зомби с припасами был, он бежал. Знаешь? Он с этого бомбы выпустил. Вот возле мне прицел есть, он был. Пацаны сюда лазите. Не на дробь лазер нужен? Кому там плохо? Да, 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 там где-то. О, слева, 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 слева. Возьми меня, ранило! Ты в порядке? Поднимай. Все окей. Я с тобой. Вот он. Огромное спасибо. Ребят, давайте мы нормально поиграем, как думаете. Да я-то за. Казаха ненавижу. Что я это сделал? Тебя слишком гораздо больше убивал, чем я.
Один раз убил, все. Надо взять. Падаем. Наши последние таблетки тебе отдают. Чувствую себя ужасно. Ай, казах же, не делится таблетками. Кажется, я скоро откину копыта. Знаешь что? Знаешь, что сейчас сделал? Если меня выстрелишь, я тебя сам. Я тебя кикну. Я всем таблеткам кикну. Ротка, ротка, ротка. Не надо, да? Мне равно за них не спал. Патроны кому надо, берите. О, какая боль. Толстяк впереди. Черт, Билл! Ну как тут бомба! Вот, можешь взять это себе. Спасибо. Вам, ребята, наверное, придется идти без меня. Билл! Ребят, вы видите, тупов не может выстрелить. А так что ты не даст? У меня есть. Что ты шпицы не выдаешь? Во время драки. Внимание! Заебись. Да, вы смотрите, блядь. Блять. Я, Дэнни, я бы поспешил тебе на помощь, но понимаешь. Да и стрелять в толпе там, два дебила рядом были с тобой. Я просто смотрю на это. Я бы пострелял, но не могу. Тихо, тихо. Давай, от Нави пошла. Сейчас обратно вниз. Обратно. Нет. Близко было. Все рассчитано. Полезно. О, и рвотка здесь. Вот я обратно вниз, пожалуй. А, не могу! Ты совсем с ума сошел? А, базар кумер. Теперь можно порадоваться. О, ребят, меня скурили. Пизда себя. Я возле казаха. Кинул коктейль. Нет, это рвотка. Ты не рвоту. Да. Почему в них прям? О, висит! Прям над лестницей. Не можешь, да? Подтянуться, боже. А че ты не можешь? Давай я кольнусь, подниму его. А ну-ка, зря. Вот самого главного понимаешь. А меня подня... А я тебя не вижу. Быстрее, пока не умер. Не, ребят, давайте по-серьезки. Нам нужно всего лишь попасть. Если я сдохну, не дайте этим тварям меня сожрать. Билл, ну и дерьмо. Давайте посмотрим, что тут еще полезно. Тут есть пайпар. Дэнни, возьми их в туалете. Дэнни. Обождите секунду, я пробежал. Держись, я тебя подлечу. Благодарю. Я у тебя в долгу. Вам! Молитву. Нам нужно внутрь! Молик, можешь лучше молик взять? Пошли, заходи. Ходы! Ходы! Ладно. Все внутрь! Все внутрь! О, блядь, там громило. Народ, быстро в убежище! Госпиталь, мы добрались! Ох ты, говна. Это пиздец. Не, чисто, может, выложу это ради рофлов, блядь. Музыку из деревни дураков еще подставь, и вообще огонь. Да, как назвать? Так, понял. Казахов музыканты не нанимаем. У меня защита. А, 87, а я выше тебя. Ты медленнее всех грузишься, давай заходи быстрее. Смотри. Раз. Шишки тебя убили. Ключи, бля.
В смысле, блять, отдайте мой чейзер. Нет, ты тут? Кто и выйдет? Ягодица. Дайте обратно. Идемте, ребята. Вы готовы? Госпиталь, что ли? Я сейчас гелий принес. Ах-ха-ха-ха, жопа. Тёшка, давай, помогай, штурмай, давай-давай. Хоть электричество есть. А, сбил! Дурачок. Ты сам только что сказал по-нормальному. Ага, ну сейчас точно понимаю. Атака начинается. Да не побежал. Граната, ложись! Не понял. Там жирный. Блин! Правильно, так разгадал. Я не его. Девать. Получилось. А ты дверь ломаешь, нам и сапать. Гребел, ой, этот толстяк. А мы там облутали, все? А там вот он. Ладно, понял. Я нет. Да мы там не облутали. Перезаряжаю! Так, ребят, давайте не торопимся. Курила над нами. Дерится, не забывайте. Так, я чекну эту штуку. Пусто. Там ничего нет. Нет, я ничего не знаю. Я знаю, я хотел дверь открыть. Здесь есть оружие! Кислота. Это не поможет взять. На втором есть таблетка. Атака начинается на втором. Опа. Я уволю. Чё, дай пройти. Где это? Да, вон она. Враги! Да, перезарядить тоже дура, ё-моё. Пиздец, вижу класс анимации. Короче, кикаем казах. Вот таблетки! Блин, блин, я отталкиваю, она начинает шоу дальше, дождь переживает. Ааа, всё. Мне язык сломался. Огромное спасибо. На казахском надо говорить. Э, блядь, что? Ахмед. Конкретно. Пёс бы кормим. Лечись, Фрэнс. Нет, спасибо. Там толстый. Толстый и этот. Да нет, ты где? Я за компом. Здесь оружие! Нет, нет! Там пусто. Точно? А если проверю? Да нифига тут не пусто, ты чё меня обманул, шишка? Я не тебе говорю, а ты. А, да? Сюда идите, сюда есть патрон зажигать. Чё, возле в этой одежде? А-а-а? Сзади поджег. Патроны огненные лежат на лестнице, откуда вы пришли? Ребята... Патроны огненные так лежат понял, на лестнице. Поднимай нипу. Спасибо, Билл. О, боже. Я умираю. Перезаряжаю! Где патроны? Откуда вы пришли на лестнице? Хва. Всё. Ты как дрольку поставил. Извините, с медленным хп... с малым хп... Нет! Луис, ты очень классно смотришься в больничном халате.
Нет! Это фир? Да. Не предлагайте. Не работает! Давайте чекаем комнаты все. Нам понадобится для обороны. Ага. Здесь есть оружие. Пайпа нашел. Сейчас закрылась. Дальше. Комнаты, в которых ничего нету, закрывайте. Внимание! Дальше-то. Меня заблевали. Это плохо. Могу откинуть. Кайфу. Сюда еще кто-нибудь. Ты куда закинул? Олег! Ты как терпят? Зачем дверь открыл? Это цель, что меня рикошетом от рикошетила и всех убило. Так, все. Убило. Ты короче. Да на глянь, что нашел. Открыл дверь, называю. Ты где? На, подыши. Просто не хорош. А что он сделал так и не понял? Он мне гранату забросил в комнату. Зачем дверь открываешь не в нужный момент, блин, ты сюда вот. Может, там, потому что я хотел шишке помочь. Молотов! И там узды не было. Подождите, надо полечить. Ему бы не помог. Вышел, шишке помочь. Ты сиди, негр, молчи. В итоге у меня заблёванного хп больше, чем у вас, блин, я понял. Вот, ясно. У меня то аптека еще. Большое того, спасибо. Что у нас есть в запасе? Две 12 гранаты. Патронов зажигай у меня. Три гранаты и еще один молот. С моего ока наверх, я забрал. Тут коктейли молотова. Не, все уроют. Блин, это чисто. А че в больнице дефибов нет, я не понял. Может и есть, но пропустили. Да нет. Есть коктейль еще один. Опа, я к вам. А где Дынин? Давайте соберемся, чтобы не умереть. Здесь боеприпасы! А где Дынин же, блядь? Пиздец. Где Дыня? А где же Дыня? Че, готов? Он на 30-м, пацаны, он уехал уже. Погоди. Я где-то видел один трюк, ща. Опа, видал? Кресто. Оп, все. Дайте опять. Да скуда ты все. Они идут! Нет! Полезло. Давайте мой для гранату. Ложись! Осторожно! Что там? Горящий понос, блять. Блять, и это сидит, блять. Я не могу пройти, блять. Окей, говорит. Прекрати огонь! Че это было? Прекрати огонь! Че это, блять, было? Я заблеванный. Граната, ложись! А, это ты шишка? Меня ранило! Вот тут кинчик для нас. Спасибо. Ребят, лифт. Меня убили, блядь, понимаете, нахуй. Пытаюсь досрать. Я выбегаю, блядь. Ты не в лифт! Да я пытаюсь, я опять там что-то застрял, блядь. Я, блядь, чисто убегаю, меня Дыня все бы ему разряжает. Я это видел. Я тоже сначала такой, этот, блин, дверь открылась, она еще ломается, да, посмотри. Она ломалась, я поэтому начал в нее хуярить. Тимярил. 60 хп до одного. Да нормально. Так, не знаю, шприц хотя бы дать. Смотри, что у меня есть. Благодарю.
Чё тут? Здесь аккуратней. Здесь танк будет обычно появляться. У нас все получится! Громила. Бега! Понял. Ребят, доношу инфу, вон там, короче, это, громила. Громила! Мне нужна помощь! Есть шприц. Шприц, пила. Ты в порядке? Помогите встать, я с тобой. Погнали. Быстрее. Там громила? Не похуй. Хуй зарезал. Хорошо, что я его продамажил. Ведьма. Здесь полно оружия. Да, да. Если тут танк будет, мы, блядь, погибли. Тут не гостях вижу. Бля, не заешь. Сегодня точно. Они в колоссы побежал. Где ведьма? Справа. Так, пацаны, это было гранат. Он прям перед нами, прям перед нами. Не стреляйте, не стреляйте. Отойдите. Не-не-не, у меня есть план. Охотник! Вон этот бегает. А что мне? Он до ней ключ. На, справа пошли, да, походите. Что нам остается? Я уже слишком стар для такого. Сейчас атака будет, что это будет? У нас кислота есть. Yeah. Атака. Атака. В угол, в угол. А еще бомбе. Я еще скину. А мы, кстати, не обойдем, видимо. Видимо, сзади. Да я вижу, я слышу. Отпрыгнули шишкой. Не было нужды, но все равно. Помогите мне! Я могу привлечь ведьму, и вы можете прибежать. Да, да, я так и думал. Этим тварям меня сожрать. У нас есть пропан, можно останется с тобой снова тебе конец. Нет. Дигл у кого есть? Нет. Блин. Снайпа, там снайперская винтовка была. А, нет, она не охотничья. Голоском можно. Точно стрелял только. Снайперской той тоже можно, кстати. Да? Сейчас попробуем. Да. Пацаны, сейчас калашу... будет... Сейчас... Калашу можно сейчас... тоже достанет? Да. Нет, по-моему, сейчас узнаем. Атака. Чёрт, я этого не вынесу. Атака, да просто пробегись мимо неё и всё, примет. В убежище снимет. Мимо неё? Не, у меня не хватило скорости. Теперь остались только мы вдвоём. Бля, там еще курила, ебан. Прощай. Негр, прощай. Ай, интернет. Он бесполезен. Я лежу по силе на свободе. Царица небесная. На первом этаже. Царица небесная. Толстяк. Негр, на пацаны, давайте, все уже, убежище. Убежище спереди. Аллилуйя. Мне это нравится. Пиздец, блядь. А, аллилуйя. Молюсь, блядь, напрасно. Сейчас мы, блядь, не пройдем, если так будем криво играть. Если чё, киком косок. Блядь, как... Что он гранаты кинул тебя? Я тебе говорю, я дверь открываю, я хотел тебе помочь прийти в комнату. И просто дверь открывается, и гранаты залетают. Я открыл, я только отжимаю клавиши, что ты открываешь. И все. Просто профессиональная раскидка. И потом за гранатами ко мне громила забежал. Просто казах. У тебя просто магнит был в штанах. Этот, летело само. У нас две гранаты еще есть тут, запасим. Три.
А, ну да, здесь дверь. Что за эти обезьяны? Как тебе вот такое, блять? Нет, не получится, ладно. Идем. Дело дрянь. Черт. Святый Боже. Это плохо. Черт. Черт. Вот дерьмо. Ну дела. Воу. Святый Боже. Круто. О, не надо. О, пассифлованный. Надо исправить. Я здесь сейчас убью. Сука, но ты не пойду полон. Атака спереди, атака. Пайпу, пайпу, пайпу кидаю. Жаки. О, Жакей! Жакей. Слышно, не было. Я направо посмотрю. Кислота. Скажи, то, что ты не сделал. Все равно. Вон там, сюда. Похоже, у нас все получится. Ну, вон там, похоже, у нас все получится. Поч, без вариантов. Хватит лезть. Ты что делаешь? Ой, дурак! Какой кикаем, кикаем, все, кикай. Тихо, все, кикай, хватит. Его зомби пиздит, он его даже толкнет. Я ранена. Кикай его, все. Ты бы отошел бы, там лезть, ты меня обратно тыкай. Кикай его, кикай, все, хватит. Надо найти радио. Сейчас надо застрелить тайно. Выпендривайся. Я тебя застрелю. У меня есть граната, кстати. Блять! О, Леня, чё, упал? Совсем не здорово. Кикай, казах, кикай. Немного не считал. Перезаряжаю. Немного не считал. На шифте пройти. Шифт нажал. На шифте. Рукой. Двигаешься медленно. Какой кружок. Ладно. Жаки. Ага. Это, по-моему, тут какие-то приметы были. Да. Тут оружие. А, лопата. Лопата надо. Курильщик. Ой, сори. Ой, здоров. Спасибо. Так, сколько тут нам танков будет? 2-3? Много. Куча. Но танков потом... Короче, ребята, с левой стороны 6 коктейлей молотого. Попробуй, давай. Беру и молотого. Не молотый. Да, это аптека лучше. Аптека есть? Дайте аптеку. Аптека есть, да. Ты прям на ней стоишь. Да, я хочу упасть. Опа. Здесь не было. У меня. Так, с правой стороны 4 пайпы. Отдать надо. Короче, и того у нас 3 гранаты в запасе еще. Че, все готово? А, возьми, давайте раскидаем эти
канистры. Здесь есть оружие. Подальше мне. Нет, вот одной хватит. Я сюда поставлю. Они опять близко мне. Тогда уж нам. У нас еще 10 гранат, я думаю, хватит. Ой, да мы раньше сольем, с чем их используем. Натуре. Надо уже сейчас их использовать, чтобы... Сейчас будем как, в одном месте стоять или два слева, два справа? Два слева, два справа. Окей, давай... Казахам не оставляйте меня. Я туда с казахом не буду. Чё, я активирую, готовьтесь. Уголь. Снизу двери закрой, кстати, потом. Да-да. Зачем ты уголь активируешь? Блять, в смысле, куда ты побежал, блять? Сука. Вот по икону без гейс. Без гейс. Осуждаю, кстати. Короче, гранаты. У нас тут оружие! Их достаточно. Вертолет! Скоро прибудет! Сливайся. Заспавнились. Спешу. Враг идет! Осторожно! Что-то кто там бегает наш? А, это Дэнни. Дэнни, ты как кто это? Пиздец. Блядь! Пацаны, Дэнни какой-то ненормальный. Можем поменяться. Да ты туда-сюда бегай! Да я упал, блин, я не знаю. Да не, короче, три раза упал, я видел, да? Я раз смотрю, ты прыгаешь вниз вместе с банкой. Я просто хотел кинуть ее, я не знаю, почему я упал. Опа, уходим. Блять. Перезаряжаю! Да, гранату. Я его убил! Граната! Убит! Не задержи. Перезаряжаю! Охотник! Охотник, охотник! Ник, я рад. Да, я знаю. На мне прямо. Гранаты кидайте. Если тяжело снизу. Да у нас еще два пропана. Помогите мне! Ух ты, блядь! Жаки, ух ты, жаки, ух ты, жаки, ух ты! Ластан, я понял. А как он заспавнился, я его не слышал? Да он вообще ниоткуда появился. В смысле, блядь? Чё, так огня, что ли, сгорел? Кто тебя поднимает, да? Нее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 ee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 
Я думал, смогу укрыться. Кинул пацана. Поехал на. Где Лёха? Да я в смысле, я встал уже. Здесь оружие! Граната, ложись! Я не укрою. Спасибо. Я у тебя в долгу. Там лёд под нами. Чё вы там втроём делать? Чё курил? Всё, теперь мы втроём. О, простите, ты закрыл. Вот патроны! Он сэк рядом. Ё-моё! Бля, пуль нету. Ложись! Охотник! Граната! Да, здесь пользу, хорошо. Я лень. Дальше. Вот там что-то дропнул. Окей, сзади. Давай.
окей. Граната! Перезаряжаю! Короче, на правой стороне гранаты все закончились. У нас тоже. Я тебе помогу, ты пасу на танк. Оставь себе коктейль для этого. А я что сказал? А ты что сказал? Понял. Громила. Если тяжело будет говорить, я кину к вам эту хочу. Не подбивали, не подбивали. Не плохо. Игра, не. Это патроны. Игра, ты. Что громила ты? Тело. Давай, я прикрою. Еще же есть слева. О, я в центр двигаюсь. Тэнк? Нет, громила по центру. Тебе даже не знаю. Танк. 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 Вон, прям танк. Причем где-то. Там сзади меня. Вертолет бежит. Кидай гранату, гранату кидай, внимание. Новостной, залезай. Чур я здесь. Нас покажут в новостях. В итоге на последней миссии прошли намного легче, чем предыдущие. Ты казах просто был руинер, все. Вот танки по очереди пошли просто. Он там толстяк стоял, видели, кстати? Да. Видели? Там танк откринжил. Да, на колени уже встал. Молодцы. Последняя миссия вообще топ. Организованно все сделали. Там, правда, дыня три раза падала почему-то. Да, и там вначале кто-то повесился и не смог там покемнуть зомби. Ну-ка, Friendly Fire. У меня, во-первых, лаги, во-вторых... Не-не, давайте Friendly Fire посмотрим. Так я тут по фану играл. Ну ты, конечно, дед съел таблеток. Девять коктейлей, да ты там... Я бармен. О, одно не понятно, убийство танка. Зато. Вот тут зато наименьше кого урона получил. Ой, реально всех стрелял по своим, но мы сейчас понятно. Заинесил наибольшее количество членов команды 2. О, прайкон в голову, блин. Стромовиком, блядь. Так, ладно. Будем стреляй вообще... в тушки, попадай по будем голову. Будем вообще играть или хватит? Давай, сражение выживания? Да иди ты нафиг со своим сражением. Сражение выживания, пошли. Иди.